Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Моя кися пришла. Он вернулся. Герой. Наделал котят и пришел. Мразь. Блин, капец, моего кота не было дома, наверное, 3-4 дня. Капец, ты пес такой, ты такая кисточка, я тебя люблю, где ты был? Не может, прям есть такой, умирающий, да? Убежал от кошек, наверное, когда узнал, что они еще и рожают. Так бы еще там остался, говнюк. Вот такое вот говно у меня живет. Ну, такое ворозенькое. Еще какая какашка, да? Мы с тобой какашки. Смотри, как он грязный стал. Ты куда лез? Киском в жопу, что ли? Задумался о жизни. Кися. Такой хорошенький, такой большой. Естественно, настоящий, да? Ты настоящий? Дядя, кто он такой хорошенький? Такой маленький. Кичка такая, такая. Хорошенькая киська. Киська. Я с тобой пришел. Ой, я тебе буду по фамилии тебя называть, потому что ты себя назвал так. Ну, ты что ко мне повернулся? Как будто он, знаешь, умирает. Ой, да, конечно, я ничего такая, как ты думал. Я вообще богиня. Ты моя кися. Такой хорошенький. Он сначала ко мне приставал, когда я караоке пела. А теперь он просто не хочет, чтобы я его гладила, наверное, потому что я его сдолбал уже. Потому что я это вот так вот делаю, вот так вот. Ну ты чё? Ну как его не мучить? Он, блин, 4 дня ко мне домой не приходил. Я же с ним на полу валяюсь. Блин, у него слезы будто идут. Он испугался, что Тимур по лестнице пошел. Тимур, я ненавижу тебя! Вонючий слизняк. Ну зачем ты кота ногой гладишь? Чё, с ума сошел? Я тебя сейчас поглажу. Блин, прикиньте, как мне повезло, у меня здесь зарядки нет, поэтому я сейчас выключусь. Блин, вот так все мои трансляции заканчиваются. Спасибо. Я пойду на зарядку поставлю.